великих воинов. В главных ролях Анджела Мао, Лен Китаян, Чан Синг, Чинг По Чун, Чан Сан Ят и другие. Режиссер Ян Чин Чейн. Кто ты такой? Не имеет значения, кто я. Все, что мне нужно, это список с именами мятежников. Чтобы получить этот список, тебе придется убить меня. Бежим. Схватить их. Кван Вон Чун, значит, ты один из учеников Фон Вана. Сон Ва. Можешь идти к черту. Зачем же так грубо? Иначе ты можешь и пожалеть об этом. Я могу устроить тебе серьезные проблемы. Я не боюсь. Только не тебя. Кван Вон Чун, ты подданный династии Мин. Если ты присоединишься к этому человеку, Чу Вон Куну, то поставишь под удар преданность государству. Предатель, вот ты кто. Заткнись. Ты отдашь мне этот список, и тогда, возможно, я пощажу твою жизнь. Послушай, я честный человек, преданный своей стране, и этот список останется со мной. Чтобы получить его, тебе придется убить меня. Яд серой пиявки. Спокойно. Жить ему осталось недолго. Я знаю. Идите, поймайте его. Слушаемся. Где список? Это же учитель с деревни Фон Ван. Уходим. Сун Ва, что случилось? Яд серой пиявки. Кван Вон Чун.
Вы догнали его. Его спас учитель из деревни Фонва, Ян Чун. Нам нужен Цунва и этот список. Хорошо, это просто. Мы отправимся в деревню Фонван, ограбим Цунва и убьем его. Будет не так просто пробраться в Фонван. Это очень стойкая деревня. Если они кого-то и впустят, то только одного человека, который сможет вылечить Цунва. Это А Юн Чен, больше никто не сможет. Почему вы так уверены? Потому что этот яд придумал отец А Юн Чена, и он оставил секрет этого яда сыну перед смертью. Так что теперь он у его сына. Но мы должны получить список. Любыми способами, неважно как. Да, сэр. А Юн Чен, подожди. Фан Чин, ты сказала, что всегда будешь рядом. Давай, поторопись. Я же просто девушка. Я имею в виду, я не могу идти так быстро. Но несмотря на это, я по-прежнему рядом с тобой. Ты, наверное, устала. Давай отдохнем. Не надо, пошли. Еще же не стемнело. Давай пройдем еще немного. Со мной все в порядке. Хорошо. Скажи мне, далеко ли отсюда таверна у реки? Прямо за тем холмом. Спасибо. Простите. Да ничего, все в порядке. Быстро, пошли. Пошли. Фан Чин. Братья, как вы? Прошу. Слушай, мы получили послание. Мы должны вернуться в Фон Ван. Это Сон Ва, ему нужна помощь. Конечно, мы вернемся. Странно, почему А Юн Чен еще не пришел? Понимаю. Похоже на то, что тебе очень не терпится увидеть его. Скажи мне, ты что, влюбилась в него? С чего ты взял? Какая жалость. Он даже не подозревает, в отличие от меня. Я такое сразу замечаю. Вот если бы я был им.
Ну хватит. А? Здравствуйте, присаживайтесь. Всем привет. Аюн Чен. Здравствуй, брат. Как идут дела? Позвольте представить вам. Это Фан Чин, моя невеста. Ну что ж, я поздравляю тебя. Если бы не это, ты бы пришел быстрее. Прошло только 2 недели с тех пор, как мы последний раз видели тебя. А теперь ты уже женишься. Мы очень рады. Сюмэй, а ты что-нибудь скажешь? Что я должна сказать? Мне кажется, ты не захочешь слушать. Да что с тобой? Сюмэй, ты скажешь нам? Не лезь не в свое дело, иначе я клянусь, заставлю тебя заплатить за это. Ладно, замолкаю. Знаешь, учитель попросил нас побыстрее вернуться. Да, я знаю. Я слышал, что что-то случилось с Сунва. Если ты пойдешь, ты пойдешь не для того, чтобы помочь Сунва, а просто чтобы показать свою новую девушку. Ну что, я права или нет? Послушай, позволь мне сказать тебе, я не иду. Я пришел сказать прощайте. Как ты можешь? С тех пор, как я повстречал здесь Фан Чин, я осознал, насколько прекрасной может быть жизнь. И я решил уйти на покой. Уйти жить куда-нибудь в тишине и покое. Господи, как же ты изменился. И твои слова тоже. Она права. Ты эгоистичен. Ты стал другим. У Сунва серьезные проблемы. А тебе наплевать. Только потому, что ты встретил новую девушку. Ты готов забыть всех своих старых друзей. Ладно, пока ты не ушел, мы тебя проучим. Ладно, прекратите это. Давайте поговорим и успокойтесь. Умерьте свой пыл. Боже, ты что, защищаешь его? Ты понимаешь, что делаешь? Послушайте, отойди. Это наше дело, не твое. Послушайте. Если вы пойдете прямо сейчас, я уверен, что Кван Вон Чу уже подготовил ловушки. Так что, прежде всего, вам нужно составить хороший план. Кроме того, некоторые раны могут быть не такими уж и серьезными. Ну, конечно. Ищешь себе отговорки. Ты просто трус, больше никто. Я понимаю, что у Сунва проблемы, но он сам себе их сделал. Он не последовал совету своего учителя. Не повторяйте его ошибок. Фан Чин, пошли. А ну, подожди. Фан Чин останется у нас. Тогда ты последуешь за нами. Послушай, это уже слишком. Чтобы договориться с такими, как ты, это единственный способ. Фан Чин, не беспокойся. Они не причинят тебе вреда. Я пойду. Нет, подожди. Аюн Чен. Аюн Чен. Это самый эгоистичный человек, которого я когда-либо встречала. Когда-нибудь я убью тебя. Аюн Чен. Аюн Чен.
Аюн Чен. Вы люди Кван Вон Чуна, Чулин и Чуван. Правильно, мы здесь, чтобы покончить с вами, чертовыми мятежниками. Большое спасибо за твою помощь. Пожалуйста, не стоит. Не нужно благодарить меня за убийство этой нечисти. Могу я узнать твое имя? Меня зовут Пай Лунг Син. А тебя? Я Фун Йинь из деревни Фун Ван. А это мой друг Вонг Ли. Здравствуй. Она вроде далеко, деревня Фун Ван. Мой путь пролегает через нее. Я поняла, у тебя там дела? Да. Она сразу за рекой, это не очень далеко. Спасибо большое. Тогда пора прощаться. Скоро они будут здесь, так что прячьтесь. Сюмэй, четвертый брат уже должен быть здесь. Давай подождем его. Здравствуйте. Прошу, садитесь. Знаешь, мне кажется, мы совершили большую ошибку. Надо было оставить ее в таверне у реки. Ты не права. Без нее Аюн Чен не стал бы помогать нам. И что? Нам так сильно нужна его помощь. Не так уж он и полезен. Мисс Йинь, прошу простить меня. Я не хотела вам ничего портить. Скажите, если я не нужна вам, позвольте мне умереть. Может, это чем-то поможет. Подожди. Послушай, ты не можешь умереть. Если ты умрешь, что мы скажем Аюн Чену? Кроме того, ты же его невеста. Да ладно. К чему это все? Нечего ее спасать, пусть идет. Мисс Йинь, вы хотите сказать, что никак не можете принять меня? Может быть, я и могла бы. Но только если бы ты сделала одну вещь.
сделай так, чтобы Айон Чен вернулся домой и помог Сун Ва. Ты сможешь это? Я сделаю все возможное. Хорошо. Если ты сделаешь это, мы в дальнейшем поладим. Все, мои. Пошли. Отпустите меня. Прекратите. Пошли. Теперь ты должен вернуться в Фон Ван. Но зачем? Потому что я пообещала твоим друзьям, что попрошу тебя об этом. Пожалуйста, пойдем. Забудь об этом. Мы же сошлись на том, что будем жить тихой и мирной жизнью. Пойдем. Это же убийца номер один, Пай Лунг Син. Бежим. Ты сделал это снова. Спасибо. Может быть, это просто судьба. Но я просто не могу остаться в стороне, когда мужчина нападает на женщину. Мисс Фон Йинь, я иду в деревню Фон Ван. Мы можем пойти вместе? Конечно. Но, может быть, ты расскажешь, зачем ты идешь в это место? Увы, не могу. Я иду туда выполнить кое-какую работенку. А вот какую, я сказать не могу. С чем же ты работаешь? Серебром. Серебро. Ты устала, поэтому давай отдохнем здесь. До завтра. Ну же. Садись. Слушай, что-то не так? Ты по-прежнему злишься на меня? Это место. Как ты мог привести меня сюда?
Но ты же говорила, что тебе нравятся тихие места. Нет. Теперь я передумала. До тех пор, пока ты не вернешься в свою деревню и не поможешь своему другу. Если ты не вернешься, значит, ты ненадежный человек. Ты не можешь оставить друзей вот так. Послушай, все, что я делаю, всегда делаю ради тебя. Может быть, но речь идет о нашей совместной жизни и преданности. Я хочу быть свободным от всего. Почему мы не можем жить так, как хотим? В любом случае, нужно отдохнуть. Брат. Брат, в чем дело? А Юн Чен не ушел. Он направляется в храм Ву. Неужели? Брат. А Юн Чен. Да, сэр. Все, что пожелаете. Я бы хотел 2 кувшина вина. Было бы здорово, если бы вы принесли за тот столик. Как скажете. Официант, вина. Сейчас. Добрый день. Сюда, прошу. Вонг. Сюмэй. У тебя все хорошо? Конечно. Видишь ли, мистер Пай помог мне. Иначе меня бы здесь не было. Большое спасибо. Все в порядке. Сюмэй. Плохие новости. Официант. Да. У вас есть здесь хорошие комнаты? Конечно. Конечно, проходите. Прошу. Ладно, что случилось? Алин мертв. Что? Убит этим ножом. Не может быть. А где Аюн Чен? Он со своей девушкой остановился в храме у Ву Ли. В таком случае, это не мог быть он. Алин шел за ним до храма. А когда вернулся, был убит. Все мои. Даже если это был не он, это должно быть как-то связано с ним. Может быть. Но еще не время делать выводы. До тех пор, пока ситуация не прояснится. Но все же, я должна поговорить с Фан. Но я больше никогда не хочу его видеть снова. И все-таки только он и никто другой может помочь Сун Ва. Мы должны уговорить его вернуться. Аюн Чен? Скажи Аюн Чену, пусть выйдет. Добрый день. Прошу, проходите. Я не Аюн Чен. Я здесь простой официант. Господин, здесь никто не знает такого имени. Ты лжешь. Я говорил, что он здесь. Так где он? Отвечай. Успокойся. Не вмешивайся. Может, это уловка, чтобы вычислить нас. Может, это он, сэр? Аюн Чен. Зачем он тебе нужен? Так. Скажи-ка мне, друг, ты Аюн Чен? Если нет, тогда уйди с моей дороги. А ты груб. Зачем он тебе нужен? Хочу убить его. Извини. Аюн Чен здесь нет. Ты его друг? Прости. Но ты мне не нравишься. И обсуждать нам больше нечего. Ладно. Раз уж ты не он. Убивать я тебя не хочу. Мне нужен только Аюн Чен. Эй, хозяин. Да, господин. Я вернусь еще. Скажешь, был ли он здесь? Да.
Мисс Фон Йинь. Вы сейчас не видели ничего странного? Нет. Вы еще не спали. Вас что-то беспокоит? Полагаю, вы боитесь, что Аюн Чен вернется. Откуда ты знаешь? Я просто предположил. Вы собираетесь возвращаться сейчас? Почему он не пошел с вами? Где же он? Зачем ты спрашиваешь? Может быть, я мог бы помочь. Сейчас он находится в храме Вули. Аюн Чен здесь. Я здесь. А кто ты? Я Пай Лунг Син. Мисс Фон Йинь отправила меня сюда. Она хочет, чтобы ты вернулся в деревню Фон Ван. Кстати, ты никогда не сможешь насладиться уединенной жизнью. Почему нет? Ты будешь убит. Тобой? Ну, может быть, когда-нибудь. Я убью тебя. Я с тобой никогда не дрался. Почему ты выбрал меня? Кто там? Летающий клинок. Тан-танг. Так точно. Я летающий клинок Тан-танг. Что ж, я ожидал, что ты придешь сюда с намерением убить меня. Но зачем? Все очень просто. Ради денег. Кроме того, я претендую на звание лучшего метателя ножей. Лишняя конкуренция мне не нужна, Аюн Чен. Но перед тем, как ты попытаешься, ты не думал о том, что я могу убить тебя. Я имею в виду, что это возможно. Что тебе нужно? Аюн Чен, увидимся позже. Аюн Чен, в таверне. Пай Лунг Син, вернись. Пай Лунг Син, вернись. Заходите, сэр, заходите. Вы вернулись, мистер Пай. Присаживайтесь. Итак, мисс Фун, я привел эту леди обратно, и скоро подойдет ваш друг. Сейчас, сейчас, подождите. Итак, мисс Фан, вы обещали нам, что он вернется. Я пыталась. Ты лжешь. Ты бы не отпустила его. Это неправда. Я тебе не верю. Фан Чин. Я не хочу возвращаться. Именно поэтому. Послушай, ты. Зачем ты убил Алина? Что это значит? Я этого не делал. Не лги. Это же твое? Мы обсудим это, но завтра. Ради династии Мин мы должны спасти Сунва. Так.
Так что пойдешь с нами, Сюмэй. Не волнуйся. Я так же предан, как и вы. И это точно. Фан Чин, да. У тебя был тяжелый день. Отправляйся спать. Завтра мы уходим. Хозяин. Да, сэр. Послушай, нам нужны две комнаты. Прошу, проходите наверх. Что вам нужно? Идем. Отпустите меня. Отпустите. А ну стойте. Что это значит? Отпустите меня. Это здесь. Все сюда. Смотрите. О боже, что случилось? Аюн Чен, зачем ты убил их? Но это не я. Посмотри, это же твои ножи. Но я не убивал его. Аюн Чен. А ты и вправду довольно безжалостный убийца. Твоя репутация говорит сама за себя. Но все же я хотел бы знать, зачем ты их убил? Да я не убивал. Я не убивал их. Похоже, я только зря трачу силы. Скажи мне, что они тебе говорили? Скажи мне. Они угрожали мне. Они сказали, что убьют меня, если ты не откажешься вернуться в Фон Ван. Странно. Послушай, с меня хватит. Давай убираться отсюда. Слушай, ты. Ты что-то скрываешь. Всего лишь из-за одной девушки. Ты забыл о своей преданности и о своих друзьях. Ты же мужчина. Я не должен ничего объяснять. Давай, пошли. Сюмэй. Пусть идет. Забудь о нем. Так случилось. Мы ничего не можем поделать. Думаю, нам пора возвращаться. Я тоже так думаю. Может, мы своими силами сможем спасти Сон Ва. Нам не нужен этот Аюн Чен. Пусть идет к черту. Чего вы хотите? Убить меня? Точно. Аюн Чен, мы знали, что ты пойдешь здесь. Мы не позволим тебе пересечь горы.
Слушайте сюда. Зачем вы рискуете своими жизнями, когда кто-то другой находится в безопасности? Нам хорошо за это заплатили. Ради денег мы можем рискнуть. А Юн Чен. Все кончено, пошли. Чен Лу. Это же вы, младший хозяин. Точно. Чен Ло, как ты? Хорошо. А это мисс Ван Чин. Как вы? Хорошо, спасибо. Послушай, здесь мы будем жить. Об этом месте ты говорил. Да. Это место моего отца. Он жил здесь. Он пришел сюда, скрываясь от своих убийц. Он искал безопасное место. Но со временем они все же выследили его. И кто же это были? Гуан Вон Чун. Чен Лу, останься здесь. Присмотри за мисс Фан. У меня есть кое-какие дела. А Юн Чен, все в порядке, не беспокойся. Я скоро вернусь. Юная леди, вам лучше пойти отдохнуть. Уже довольно поздно. Прошу. Пай Лунг Син. Ну что ж, это ты. Из-за того, что ты не смог справиться с ним, ты вернулся, чтобы устроить проблемы здесь. Лучше бы тебе сказать, куда он делся, иначе я убью тебя. Ты, главное, успокойся. Если я не ошибаюсь, я думаю, скорее всего, ты найдешь его на вершине горы. С чего ты взял? Вот, точно. Отец Аюн Чена был воином и имел множество врагов, которые искали его. Ладно, в этот раз я тебе поверю. И все-таки, Пай Лунг Син, если я не найду его там, я вернусь сюда за тобой. Гуан Лун, а Юн Чен здесь? Ну, нет. Ты лжешь. Прошлым вечером здесь было убито очень много людей. Он должен был быть здесь. Он был, но ушел сегодня утром. Значит, может вернуться. Мы подождем.
Чен-Лу. Чен-Лу. Наконец-то ты пришел. Это ты убил его? Будь ты проклят. Ты заплатишь за это. Тише. Иначе я убью и девчонку. Можешь идти. Я не убил тебя. Но кто-нибудь убьет. Ах ты. Так и должно быть. Судьба наемного убийцы. Пай Лонг Син. Зачем ты сделал это? Зачем ты убил его?
Мне пришлось. Если бы я не убил его, он бы сделал это сам. А Юн Чен. О, Боже! Зачем ты это сделала? Зачем попыталась убить меня? Айон, у меня не было выбора. Я люблю тебя. Но все же, они сказали, что убьют моих родителей. Фан Чин, ты ошибаешься. Убив меня, ты не сможешь спасти своих родителей. Ван Вон Чун теперь никогда их не отпустит. Фан Чин, прости. Фан Чин. В чем дело? Яд. Ножи были отравлены. Пай Лунг Син, прошу, помоги мне. Хорошо. Послушай, я должен попытаться. Воткнешь эти иголки в жизненные точки. Пожалуйста, поторопись. Нужно попытаться. Отмечено красной чертой. Это для яда пиявок. Самое важное, последнее. Если я все же умру, сделай мне одолжение. Пойди в деревню Фон Ван и спаси Сон Ва. Плечо. А Юн Чен. Вот ты и попался нам. Вы воспользуетесь преимуществом, когда он не сможет вам ответить. Иди к черту, это не твое дело. Ты ошибаешься, теперь мое. Бежим. Айон Чен. Айон Чен. Айон Чен. Ладно. Как только будешь готов, мы уходим. Что? Ты не будешь ждать его? Может, зря мы с ним так. Может быть, он уже там. Надо проверить. Мисс Фун Йинь. Пай Лунг Син, это ты? Я бы хотел поговорить. Слушай, ты, в конце концов, почему ты все время вмешиваешься? Тебе какое дело? Видишь ли, у меня есть кое-какие новости. Какие? Говори. Айон Чен был отравлен. О чем ты говоришь? Айон Чен был ранен отравленным клинком своей же девушкой, мисс Фан Чин. Это правда? Сюмэй, не верь ему. Эта девушка на самом деле его очень любила. Это невозможно. Уверен, в его словах нет ни капли правды. Мисс Фун, мы знаем, что это правда. Но ты,
Ты думаешь, что я лгу? Видишь? А Юн Чен дал мне эту схему. Он показал мне, как ей пользоваться. Более того, он попросил меня вылечить Сон Ва. Где он сейчас? Я не знаю. Ты же только что сказал, что помогал лечиться ему. Почему же ты не знаешь, где он сейчас? Но я правда не знаю. Я только лишь помог ему воткнуть последнюю иголку. В этот момент двое напали на меня. Мы дрались, а когда я вернулся, он исчез. Ты убил его? Да, мне кажется, он убил его, а потом украл эту схему. Сейчас ты у меня получишь. Стой. Прекрати это. Иначе я тебя и правда покалечу. Пайлонг Син, ты зашел слишком далеко. Подожди-ка. Все, Мэй, если Аюн Чен ранен, мы должны уходить. Возвращаться в Фон Ван. Мне кажется, он врет. Нужно узнать правду. Кто вы? Что? Ты что, не знаешь, кто мы? Повернись и посмотри. Чин Чэнь и Чу Бэй. Что вам нужно? Хотим отправить вас в лучшее место. Авонг! 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 Ландлорд!
Лан Люд. Лан Люд. Я поклялся вашему мастеру, что помогу вам. Торопись, не жди своего друга. Лан Люд, беги, оставь меня здесь. Лан Люд. Авонг. Пай Лунг Син, мы тебя узнали. Бежим. Снова ты. Сю Мэй. Пай Лунг Син, зачем ты помог мне? Потому что я должен был, иначе бы тебя убили. А я не хочу этого. Более того, я влюблен в тебя. Ты? Прости, но боюсь, сейчас не самое подходящее для этого время. Ты беспокоишься насчет Сунва. Ну что ж, тогда, может быть, я смогу помочь тебе. Даже если ты пойдешь к Сунва, ты не сможешь войти в деревню. Почему нет? Там есть препятствие, полное ловушек. Это линия защиты, она защищает деревню. Те, кто не являются членами клана, не смогут пройти. А на изучение прохода уйдет слишком много времени. Ну что ж, раз такое дело, значит, помочь я не смогу. И все же, если ты присоединишься к нашему клану, я обучу тебя технике Фон Ван. Ты потренируешься, и мы сможем пройти через ворота. Ну, если это поможет спасти твоего хорошего друга, я бы хотел присоединиться к вашему клану. Тогда ты должен трижды поклониться, чтобы показать Господу, что ты действительно хочешь этого, что ты серьезен. А затем поклянись перед своими предками, что ты собираешься стать частью нашего клана. После этого ты станешь полноправным членом. Хорошо. Клянусь перед всеми своими предками. Стать частью клана Фон Ван. Пай Лунг Син, теперь ты член клана Фон Ван. Итак, это модель о линии защиты Фон Ван. До главных ворот можно добраться только, пройдя эту линию. В ней полно ловушек. Они смертельны. Могут убить в любое время. Нужно знать все техники Фон Ван. Всего их 9. Для начала... Я покажу тебе их все. Потом ты должен будешь выучить их все, потому что любая ошибка означает смерть.
крылья Феникса. Нога Феникса. Луна Феникса. The wings beat. Удар крылом. The Phoenix peak. Удар клювом. Phoenix guides. Феникс выбирает направление. Phoenix falls. Феникс снижается. Phoenix falls. Феникс целится. Это основные 9 стилей. Посмотрим, получится ли у тебя. Ты чего? Просто немного извести. На самом деле, ты бы уже был мертв. Я имею в виду, это бы была не известь. Попробуй еще раз. Я же говорила тебе, там полно ловушек, и все они смертельны. Если бы это случилось там, тебя бы уже всего изрешетило. Давай еще раз. Осторожнее. Видишь, это означает ядовитый газ. Давай попробуем еще раз. На этот раз я тебя предупреждать не буду. Вперед. Крылья Феникса. Хвост Феникса. Нога Феникса. Нога Феникса. Послушай, у тебя нет права ни на одну ошибку. Иначе второго шанса у тебя не будет. Ладно, хватит. Давай сам. Луна Феникса. Удар крыльями. Удар клювом. Меч. Вот. Эта штука опасна. Там полно ловушек. Лю Гань. Да, ты попробуй. Слушаюсь. Hey.
Они здесь. Давайте спрячемся. Вот это она и есть. Знаменитая линия защиты фон Ван. Похоже, кто-то был здесь. Неважно. Пошли внутрь. Крылья Феникса. Хвост Феникса. Нога Феникса. Черный Феникс. Летит к Луне. Удар клювом. Феникс выбирает направление. Феникс снижается. Феникс целится. Сонва. Сонва. Учитель. Учитель. Сюмэй вернулась. Учитель. Сюмэй, ты вернулась. А где остальные? Учитель. А Вонг был похищен людьми Квана Вон Чуна, а Юн Чен исчез, а Алин был убит. Все это очень плохие новости. А кто это? Учитель, это Пай Лунг Син. Он защитил меня. И, возможно, он сможет помочь Сунва. За этим я его и привела. Познакомься с учителем. Учитель, я Пай Лунг Син. К вашим услугам. Поднимись, поднимись. Думаешь, ты сможешь помочь Сунва? Конечно. Ваш Аюн Чен отдал мне эту схему, как лечить отравление ядом пиявки. Он сказал мне, как использовать ее. Так что я знаю. Хорошо. Раз так, вылечи Сон Ва как можно быстрее. Конечно.
Подождите. Хозяин. Какого черта вы не следуете моим инструкциям? Пошли со мной. Учитель. Сонва. 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 А теперь попробуй немного пройтись. Пайлонг-син. Если кто-нибудь дернется, я убью его. Сунва. Так где тот список? Пайлонг-син. Что ты задумал? Скажи мне. Тебе в любом случае отсюда не выйти. Пайлонг-син, ты нарушил свою клятву. Ты спланировал все это, чтобы проникнуть сюда. Будь ты проклят. Я сейчас убью тебя. Подожди. Защищайся. Прекратите. Аюн Чен, это ты? Аюн Чен, ты жив.
Яд не убил тебя. А ты думал, что убил? Прости. Когда я понял, что возвращаться сюда будет очень опасно, я решил вернуться тайно. Итак, я притворился, что ранен. Для всех, даже для своих друзей. Я заподозрил тебя, поэтому сделал специальные иглы с противоядием, чтобы никакой яд не смог подействовать. Сонва. Аюн Чен. Сонва. Ты здоров. Я обманул тебя. Я пришел раньше, поэтому он был здоров до того, как ты появился здесь. Пай Лонг Син, я на самом деле привыкла думать, что ты хороший друг. Я уважала твои навыки и тебя как человека. Кто бы мог подумать, что ты поступишь так, только ради денег, помогая людям Кван Вон Чуна, отдав им секретный список. Какова твоя цена? Сколько денег? Мы сами тебе заплатим. Заткнись. Я приму смерть. Не нужно оскорблений. Я убийца. Но я честный человек. Я не могу предать того, кто нанял меня. Я ни за что не стану третьесортным убийцей. Лонгсин, оставь его. Такова судьба первоклассных убийц. Учитель, люди Кван Вон Чуна ворвались во дворец. Сонва, ты жив? Точно. Кажется, ты расстроен, да? Предатель, я тебя давно подозревал. Только ты мог украсть ножи Аюн Чена и решил попытаться избавиться от меня и занять мое место. Ты и твой друг Кван Вон Чун, вы убили Алина. А затем ты хотел подставить своего друга Аюн Чена, чтобы убедиться, что он не сможет вылечить Сонва. Ты предатель, теперь я тебя убью. Прошу, помоги мне. Итак, это значит, что твой план провалился. Прошу, помоги мне. Если ты предал своего учителя, можешь предать и меня. Прошу. Ты, негодяй, я доберусь до тебя. Yeah!
Авонг. Авонг. Простите меня. Авонг. Цунва. А ты умен. Если ты только скажешь, где этот список, я смогу воплотить твои самые смелые мечты. Кван Вон Чун. Иди к черту. Кван Вон Чун. За деньги ты продал свою страну и свой народ. Я убью тебя. У тебя нет шанса. Вперед. Ха-х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 а
Сунва, теперь ты наконец-то займешь мое место. Да, учитель. Учитель. Перевел и озвучил Честерфилд.